Минуло 11 лет со дня гибели национального героя Азербайджана, славного и бесстрашного сына азербайджанского народа, прапорщика Мюбариза Ибрагимова. 18 июня 2010 года в результате провокации вооруженных сил Армении около 23:30 в направлении села Чайлы Тартарского района произошла перестрелка, в результате которой героически погиб прапорщик азербайджанской армии Мюбариз Ибрагимов. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Мюбариз Ибрагимов посмертно был удостоен звания «Национальный герой Азербайджана». Он был похоронен во второй аллее почетного захоронения.